Новини Мінщини на нашому каналі. У студії Сергій Манько. Вітаю вас і сьогодні у випуску. У святочным строи с нагоды 70-летия вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников около 6 тысяч жыхароў Минщины отримают юбилейные медали. Это же символ и победы, символ, что дожил до сих пор. На урочистостях побывала Татьяна Криштафович. У гонор перемоги на Мядерщине стартовал молодежный турзлет союзной державы. Думаю, что мы объединимся, покажем все, на что мы способны. Бяспека у надзейных руках. На Мінщыні выбралі лепшых супрацоўнікаў ДАІ. Хто пастаянна ў рабоце савершэнствуецца, всегда готов. Ну і здесь всегда, как правило, покажуць хорошы результат. У святочным строі з нагоды 70-годзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў каля 6 тысяч жыхароў Мінщыны атрымаюць юбілейныя медалі. Узнагароды ўручаць не толькі ветэранам Вялікай Айчыннай, але інвалідам, былым вязням і блакаднікам. Акрамя таго, сведкі ваенных падзей атрымаюць грашовую дапамогу і падарункі. На ўрачыстасцях пабывала Таццяна Крыштафовіч. Им безумовно не привыкать до узнагород. Перший нагрудный знак, докладнее посвящение на медали Иван Фоминч отримал подчас форсирования Вислы. У часы войны давали выключно документы на узнагороды, только потом сам орден те медаль. Сегодня парадный китель опрануты по водле статуту. На бачном месте юбилейный медаль с нагоды 70-годия вызволения Беларуси. Это же символ того, что и победы, символ, что дожил до сих пор. Да, юбилею. Иван Фомич у свои 94 устрои. Боевый дух, юный запал в очи гарать. На житё глядит с оптимизмом, будуя планы верить у лёс, який у 44-м неодноразово ратовал от смерти. Усе ранения были скразные. Прифаршировали нас только, было отделение укомплектовано, а только 4 с 11 человек. Все погибли на... Потопились бедные. Надо вспоминать, надо помнить и надо рассказывать об этом. Вы не знали ни голоду, ни холоду, ни бессонных ночей, ни боли, ни ран, ничего. Слава Богу, это только душа радуется. Иван Фомич с задаванением прямая гостей. При этом молодь приходит не только послухать фронтовые истории, але так само допомогчи. Ветеранам всегда помогаем на огороде. Если надо, мы принесем воды, наколем дров. Всегда мы делаем все с удовольствием, когда попросят. В рядах нашего Волжского районного комитета насчитывается более 1000 молодых людей, которые активно принимают участие в помощи ветеранам. Самое главное, это, конечно, общение, и ребята всегда с интересом выслушают. Ехать в город, это уже не знаю. Вязкому человеку ехать в город за продуктами, это уже позор. Там сельдерей есть, но это малинник, там кустарник, черная смородина. И это все своими руками. Уже несколько год Иван Фомич живе один. Дети проезжают на выходные, господарку не трымая. Але все хатние справы им кнется вести сам. Боевое минулое загартовало характер. Таццяна Крыштафовіч, Дмитрий Лойко, Мінщина. Дорогами вызвалителя у Мінщины рыхтуется гучно освяткаваць День незалежности краины. Свои святочные программы до 70-годзя вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников подрыхтовали во всех районах в области. Урочистая эстафета стартует у старых дорогах. 28 червеня тут отзначить 490-годзе города и вызволение района от немецко-фашистских захопников. Музейные работники пропонуют цікавыя выставы. Официальные урочистости на Мінщине распачнутся 2 липеня на Кургане Славы. Финальный аккорд свята 3 липеня. Святочный концерт у летнем амфитеатре «Молодечно», традиционная акция «Спеваем гимн разом» и святочный фейерверк. У гонор перемоги на Мядерщине стартовал молодежный турзлет союзной державы. Сёлета на Нарыч отпочивают 42 команды из Беларуси и России. У специальном палаточном городку молодь прямая удел у туристичных и спортивных споборництвах сустракается с ветеранами. Так само плануются экскурсии, традиционные песни для вогнища. 1 липня молодые люди из Беларуси и России наведают историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Я люблю это дело. Чистый воздух, друзья. Возможно, мы из разных команд. Даже здесь наша область собрана из разных людей. Но я все равно думаю, что мы объединимся, покажем все, на что мы способны.
Свое лепшее. У Борисове зладили масштабную выставу «Кермаш» товаров айчинного выравнительства. Организовали мероприятие Минское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты совместно с Борисовским райвыканкамом. На пляцовце городского дома культуры особливым попытом у борисовчан крыстались продукты харчавания, галантереи, одения и косметика. По словам споживцов, товары белорусских вытворцов особливой рекламы не потребуют. Экспоненты участвуют с разных городов Беларуси, участников более 20, и выставка насыщенная, в принципе, проводим дважды в год ее. Тут немножко дешевле, и выбор хороший, и качество хорошее. Дошла посмотреть, может быть, даже прикупить для себя что-нибудь на лето. Ну, наших белорусских производителей доверяю. До надзвычайных здарэнняў у памяшканні з піламатэрыяламі гарэла ў Дзяржынску. Пра ўзгаранне вартавальнікам паведаміў выпадковы сведак, які заўважыў дым і полымя з ангара. У выніку пацярпеў не толькі будынак, але і сыравіна, што знаходзілася ўнутры. Пацярпелых няма, а вось матэрыяльныя страты яшчэ падлічваюцца. Верагодная прычына ўзгарання – неасцярожнае абыходжанне з агнём падчас курэння. Бяспека у надзейных руках. На Міншчыне выбралі лепшых супрацоўнікаў дарожна-патрульнай службы ДАІ. Агляд конкурс прафесійнага майстэрства адбыўся ўжо ў 8 раз. 12 каманд з усіх падраздзяленняў вобласці спаборнічалі як у асабістым, так і ў камандным заліку. На працягу 3 дзён аўтаінспектараў правяралі на веданне правіл дарожнага руху, фізічную і гнявую падрыхтоўку, валоданне баявымі майстэрствамі. Направляемся на огневой рубеж, где будем производить 3 выстрела по силуэту автомобиля и по ростовой мишени. Вчера наша команда заняла первое место по физической подготовке. Я занял первое место по физической подготовке в личном зачете. Я на этом мероприятии уже 3-й год подряд, с самого начала своей службы. И, в общем-то, мне довольно нравится, с удовольствием еду сюда. Коллеги со всей области общения делятся опытом. Команда супрацовников Молодечинской ДАИ стала не только лепшей у физической подрыхтовцы, але и першей в агульным командным залику. Пераможцем у индивидуальном першинстве стал старший инспектор ДПС Минска ГРАУС Виктор Родченко. Ударыча, другий год запар. Чтобы победить в этом конкурсе, конкурс включает 8 дисциплин, и поэтому надо быть довольно-таки универсальным. Рассчитать силы на каждый конкурс надо очень грамотно. Знать свои недостатки, где надо более упор сделать. Кто постоянно в работе совершенствуется, всегда готов. Ну и здесь всегда, как правило, покажут хорошие результаты. На этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи.